Эксперты в сфере недвижимости, в свою очередь, относят новый закон скорее к формальности, нежели к реальной практике. По их мнению, сфера краткосрочного найма перспектива и популярна, но мало контролируется. Для того, чтобы у надзорных органов были рычаги воздействия, и ввели обязательное требование. В целом же специалисты не ожидают серьезных изменений в этой области. На цены это никак не повлияет. А в плане соседей, которые, вот, да, опять же, история возникла в результате жалобы, рассматривая в Конституционном суде, лишь еще один раз защитить свои права и, ну, так скажем, пальцем пригрозить соседям, которые, ну, вообще никак это не контролируют, так скажем, кому попало сдают.